Всем большой привет, доброе утро. Вышла немножко пройтись, потому что мне сегодня обед готовить. Муж в лес ушел. Я пойду здесь пройдусь по окрестностям. Зашла в Озон. Заказала эти типа кроссовок себе. Тевролина. Обувь там хорошая. В общем, натуральная. И 2700 всего. В общем-то, у меня есть кроссовки белые, но они закрыты. Это пишут прям мягкие такие. И они немножко перфорированные. Но у меня есть тоже турецкие, но они уже давнишние. Ну так, еще нормально, можно, конечно, ходить. Но думаю, если прям супер, то чтобы за эту цену не взять. Да? И заказала. В общем, заказала 39 размер. Вот сейчас. Уже девушка идет с такими же волосами, как у меня. Видите? Ну, не девушка, женщина. Многие ходят таким цветом. Специально переключила вам показать. Так, ну и померила. Очень хорошие, мягкие. Но у меня нога вообще бесподъемная. То есть у меня как-то на этом месте пузырь. Хотя пишут, что на узкую ногу. У меня нога узкая и без подъема. Ну, они такие вот сверху как-то вот... Ну, шнурком, конечно, затянуть их можно. Но, ну, так, но все равно там как-то не очень. Ну, как-то они громоздко вот это вот сверху получаются. Некрасиво. Ну, громоздко, короче. Да так легкие такие прям... Приподнятая немножко такая эта платформочка. Ну вот, вот передняя часть. Я, кстати, когда в магазине, эти вот свои кроссовки белые я заказывала также на Валберес. Как-то они мне подошли. Они сверху такие узенькие. И все. А как-то мерила натуральные кроссовки. В каком только магазине я не примерял. И вот все они как эти бутсы какие, прям бух-бух, вот эти вот пузыри сверху. Так некрасиво. Нога такая, кажется, огромная. Вообще, не могла себе подобрать. Вот. Но эти как-то вот удачно. Одни у меня такие на приподнятой. Они такие даже на зимнее время. Ну, не на зимнее, но такие даже вот я при 0 градусов их носила. Такие они теплые, не утепленные, но они теплые. Китайские, кстати, натуральная кожа. Ну, прям хорошие. Так, не знаю, в частный сектор же пройти или вот туда. Пройти, прогуляться, просто пройтись. А у нас сегодня дождь был всю ночь. Прям так по подоконнику стучал. У меня окно уже на микро так. Было открыто, но потом как ветерок я на микро уже оставила, но все равно так стук дождя, такая влажность, и сейчас такая влажность приятная. Очки же не взяла, глаза не могу светить солнце. Посмотрела, вроде бы пасмурно, не взяла очки. Вышло, солнце светит. Слушай, сейчас так, таких ворон увидела, прям как это в мультике Каркуша. Такие они лохматые, головы у них какие-то необычные вороны. Смотрите, видите, у них какая голова, пушистые. Ветку. Это еще ничего, там на мусорке сидит. Это что? Это на мусорку как-то, да, нехорошо показывать. Такая лохматая, она еще свой хохолок так распушила. Ну, чудо какое-то. Ну, какие-то они разные. А вот она, вот здесь мусорка закрыта. И когда она там рылась в этом мусоре, она такая забавная. Такая лохматая, такой у нее чубчик. И все, нашла. Как из мультика. Вернее, не как из мультика, а как «Спокойной ночи, малыши», да? Там Каркуша такая. С хохолком на голове.
пушистые. Я таких ворон еще не видела. Какие-то обыкновенные, гладкие. Это пушистые. Хорошо на улице. Я уже дошла. И сейчас, наверное, обратно поворачиваться. Кто ж суп-то будет варить, если я тут гулять буду долго. Меня тут спрашивают, пишут, хорошо выглядите, спрашивают про мой распорядок дня. Да, знаете, сейчас мой распорядок дня, ну что, мы на пенсии, конечно, мы спим подольше, но это всего продолжается где-то 2,5 года, да. Вот, раньше мужа провожала на работу, в 6 вставала. Хотя я сова по натуре, я лучше дольше там не буду ложиться спать, но... Вернее, ну, в общем, вы меня поняли. Я любила утром поспать. Вот, а муж у меня жаворонок. Вот, а как еще там в юморных этих пишется? И стала я долбанутая птичка. То есть... Ну, сбила я. Ну, хотя вот, как, если рано начинаешь вставать, соответственно, уже хочется и вечером лечь пораньше. Вот, все равно подстраиваешься уже под этот график. И когда у меня муж смотрел телевизор, я говорю, давай выключай этот телевизор. Ну, в одной комнате же вот так вот он смотрит, а я тоже, мне хочется уже вроде спать, а телевизор мешает, в общем. Вот так вот. Сейчас мы оба на пенсии. Я смотрю телевизор допоздна, и муж, соответственно, тоже. И встаем мы где-то, ну, я просыпаюсь в 8, там, когда пол-8, ну, бывает, раньше проснешься, потом... Как-то так подремлешь. Ну, встаем в 9 часов. В 9 часов или в 8 я просыпаюсь. Тут зарядочку, конечно, сделаешь, пока лежишь, потом встанешь. Так понаклоняешься, поприседаешь по несколько раз. По несколько раз. Вот. Так, ну как сирень у нас пышно здесь цветет, красиво. Ой, солнце светит невозможно. Это очевидно все. Чёлка улетает сама по себе. Вот, встаем, да, в 9 часов. Ну, ложимся вот так вот. Ну, а распорядок дня какой? Я уже рассказывала, где-то 9:30 завтракаем. Приблизительно 1:30-2 обедаем и ужинаем где-то до 6 часов. Все. Вот у вас весь мой распорядок дня. Ну, там, когда сбивается, если куда-то там едем. Ну, так вот, так вот. Ну, естественно, если куда-то нам надо, рано встаем раньше. Вот так сейчас такой вот размеренный образ жизни мы ведем. Ой, вот здесь жарко, ветра нет, уже тут я оделась жарко. Ребятишки в садике там гуляют. Вот. Не знаю, а какой еще распорядок. Все. Вроде рассказывала, что нам сейчас. Наш распорядок. Но я ложусь. Мы ложимся. Начинаем уже кровать расстилать 8:30 вечера. И ложимся и просто смотрим телевизор. Там процедуры водные какие-то. И в люлю. И смотрим, просто лежим телевизор. Не сидим так вот. Ложимся. Где-то 8:30 уже все. 8:30-9.
Так, пришла я из магазина, быстренько поставила варить суп, ну, картошку пока. Сейчас покажу вам, что купила. Заходила в магазин Дубки, купила, так, чай у нас. Ну, конфеты есть, но я не всегда их хочу, мне лучше нравится зефир. Да и муж тоже шоколадный, он не очень-то ест, так он шоколадку, когда горький шоколад. А так, финики, вот эти тоже... или мармелад, или зефир. Ну и купила еще печенье овсяное. Давно не брали овсяное печенье, прям такое мягкое, видимо, хорошее. Ну вот, не помню даже, насколько у меня получилось, честно говоря, не помню. Так, и в Пятерку зашла, вот чек из Пятерочки, вот покажу вам поближе. 535, что ли, вот такой чек. Тут какие-то тут призы. Взяла молоко, долго ждала, молоко у нее не пробивалось, что-то приглашала даже администратора. Вот. А так душно стало, вот после дождя на улице тепло, душновато. Вот лук купила, 2 банана, мандарины по 149 и нектарины еще взяла по 249, по-моему, 269. Так, со скидкой они были. Там еще были персики, но такие не крупные и твердые. А цены даже не было. Может, конечно, они стоят так же, не знаю. Ну, ой, лимон упал. Так, ну вот, деревенские эти. Яйца и лимончик один. Вот тоже выкладываю там, вот, ну как они, как корзинки такие невысокие, да? Корзинки 4 стоит с лимонами. Они у них уже, то ли им некуда класть в холодильник, я удивляюсь. Мандарины беру, прям они холодные-холодные, прям хорошо, приятненькие такие, все свеженькие. А лимоны все такие вот в обморочном состоянии. Неужели зачем они их выкладывают все? Они уже такие вялые все, такие какие-то, ну, страшно смотреть. Вот прям выберешь еле-еле-еле один. Вот эти тоже такие холодные, ну, видимо, только привезли. Хотела взять еще индилайт стейки, но не было. Ну, у них привоз, вот пока выгружают, но пока не было. Ну, и ладно, на сегодня пока... На второе у нас есть. Что сейчас я? Сейчас буду варить супчик. Супчик сегодня такой вот вегетарианский, чечевичный. Суп-пюре сварю. Картофель, с перец туда порежу, морковку, лук. В общем, такой вот супчик. Но я добавляю масло еще сливочного. Так, пробую нектарины. Вкусные, мягкие, сочные. Пришла, еще жарко, пить хочу. А мороженое себе забыла купить. Это упущение. Вчера не ела. Сегодня лишила себя такого удовольствия. Сегодня будем есть, значит, фрукты. Полезную еду. Надо показать вам еще, что я Фаберлик взяла. Сейчас надо вам показать. Ну, заказ у меня небольшой, так. Ну, все равно покажу вам. Кому интересно, посмотрит. Вот такая красивая поджарочка. Там солнышко, солнышко. Солнышко в сковороде. И чечевица такая желтенькая. Красную чечевицу буду варить. А потом и чечевицу сюда в сковородку. Все тут немножко подружится. Потом все в кастрюлю поварится. Забьем блендером погружным. Миксером. И добавим специи. Укропчик,
петрушечку, в общем, хмели-сунели, перчик, чесночок, и будет все вкуснота. Иногда хочется просто вот такой супчик поесть. Ну вот, супчик пюре готов. Готов почти. Сейчас закипит. И варю еще вермишель. Спагетти. Так, дорогие друзья, покажу сейчас, что я заказывала в этот раз Faberlic. В общем, заказик совсем небольшой. Ну, так покажу уже, да, в этом влоговом видео все вместе. Вот, заказала две зубные пасты. Одна зубная паста у меня с прополисом, а другая такая вот комплексный уход. По-моему, сейчас я надену очки. Так, комплексный уход. Ну, вот она с прополисом, этот комплексный уход. Вот такая, 75 миллилитров, эксперт Парма. 16,85 артикул. Вот, и 16,33 артикул. Вот это вот зубная паста, 200 плюс 200%, ну, то есть она такая концентрированная, экономичная. Вот. Ну, вот просто она, да, концентрированная зубная паста, очищает зубную эмаль, ну, это понятно. Ну, вот такая вот, тоже 75 миллилитров, эксперт Парма. Мне нравятся эти пасты, я в последнее время что-то их заказываю. Так, что у нас еще? Что у меня еще в моем заказе? Вот такой вот гель для мытья посуды. Это сода-эффект. Так, 3-2-0-67 артикул. Ну вот, я постоянно заказываю. Иногда меняю, какие-то другие заказываю. Ну, в основном вот это вот сода-эффект мне больше нравится. Вот. Заказал травяной сбор желчегонный. Я его возьму в дорогу с собой. Здесь мята перечная трава. Знаете, вот так мелко, что у меня эти очки единицы, они уже как бы уже маловаты мне для слишком мелкого текста. Но вот смотрю что-нибудь там на комментарии, отвечаю, они еще подходят. Но уже, да. Не единица, такие у меня рожачки. Другие в сумке, другие надо доставать. Так, ладно, мята перечная трава, плоды кориандра, цветки ромашки, мелиссы трава, спорыша горца птичьего трава, лаванда трава, тысячелистника трава. Вот, ну, все здесь написано, для чего это. Для чего эти травки? Так что я и для сердца там, и для женщин сбор женский такой, ну как бы для женского здоровья называется сбор. И какой у нас еще? Для суставов. И вы знаете, как-то так вот завариваем периодически вечером просто, ну не всегда, не каждый день. Ну, что-то когда-то, когда другое заварим. И просто выпить вот этот вот травяной чай. Можно с медом, можно так просто, безо всего. Без конфет, я имею в виду, без сладостей. Так, ну, вот еще заказала маску. Хотя мне маски, вот эти вот тряпочки, не очень-то я люблю. Я все равно умываюсь. Хотя здесь и написано, что нужно потом смыть водой. Не знаю, зачем заказала, хотя вот есть у меня маски такие, ну, которые просто наносишь как крем на лицо, да, потом смываешь. Ну, а это вот такая маска-тряпочка, укрепляющая маска для лица, коллаген. И еще вот Faberlic, они слишком какие-то большие, не знаю, может быть, сейчас они изменились, я давно не заказывала. Раньше вот, ну, как-то заказала уже давно, да. Мне не понравилось то, что вот она большая, и как-то здесь приходится ее складывать. У меня лицо не такое же маленькое, но хоть на уши ее
и на волосы, в общем, ну, слишком большие, большие. Может быть, они, конечно, сейчас что-то подкорректировали, но не знаю, вот заказала попробовать. Это, по-моему, у меня была 50% скидка. Я вот эту заказала, думаю, что еще, не знаю, вроде бы ничего не надо. И еще заказала такой комплекс биологически активная добавка к пище. Гидрокверцетин с витамином А, С и Е. Ну, то есть витамин А нам нужен, С, тем более, а Е, ну, уже совсем необходим, да? Ну, вот такой вот комплекс. Здесь 30, по-моему, 30 штук, да? Да, 30 штук на месяц по одной дрожже во время еды. Ну, там дрожже или, кстати, надо открыть, надо посмотреть и надо уже принимать. Я что-то забыла совсем, что надо принимать. Да, никак не открывается. Закрыто насмерть, не оторвать. Просто так, ладно. Значит, продырявим просто эту. Так. Ну, такой какой-то запах не очень приятный. Вот они, видите, какие капсулки. Будем витамины глотать вместе с пищей. Так, ну и что заказала? Вот эту вот бальзамчик лето для губ. У меня, ну, если буду там загорать под солнцем, у меня губы сгорают. Кожа нежная на губах, да, даже, ну, помада, естественно, она не предохраняет. Ну, как-то или под помаду, или вместо помады. Ну, в общем, вот такой вот бальзам лето. Ароматик такой приятный. Сладенький такой. Ну, не сильно, не приторный. Нормальный, приятный. От солнца. Вот и весь мой заказ. Вот такой вот небольшой заказ. А, кстати, я еще кое-что сейчас вам покажу. На Валберес я заказала вот такие вот патчи. Ну, увидела же на Ютубе, и мне надо. Вот, это янтарные патчи с гиалуроновой кислотой и коллагеном с частицами янтаря. Вот такой вот. Вот такие вот патчи. У меня есть, конечно, патчи, но я это я возьму с собой. Возьму с собой. Вот. Я страдаю так отеками. Ну вот. Конечно, не вот уже они прям помогают, но в холодильник положить, а тем более, когда жарко, глаза отекают тоже, да, когда тем более в духоте находишься, в жаре. Вот, ну, посмотрим уже, как они работают. Очень их нахваливали. Вот. Не самые, конечно, не бюджетные они, вот эти вот, ну, которые мы заказываем, китайские, они что там, 100 с чем-то рублей, а эти 500 с чем-то стоят. 570, по-моему. Ну, цены же меняются. Я брала их за 570. Да. Такие вот патчи с янтарем. Ну, а теперь, мои дорогие, всем пока-пока. Пишите, комментируйте. Ставьте, конечно же, лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал, если нравится на моем канале. И всего всем доброго. Пока-пока.